На нашу камеру юные артисты за кулисами почти не обращают внимания. Сейчас все мысли только о выступлении. Все должно пройти безукоризненно. Позади долгие недели и даже месяцы подготовки, радостей и разочарований. Но сейчас все это уже в прошлом. Впереди сцена, полный зал и только одна попытка поразить зрителей. Впрочем, спокойствию ребят могут позавидовать даже олимпийцы. Все уверены в своих силах. Основным упором, конечно, сегодняшней конкурсной программы будет посвящение, во-первых, году. Для нас очень знаменательному и главному 70-летию Победы, ну и год литературы, конечно. От ребят, защищающих честь города на сцене, не отстают и юные профессионалы изобразительного искусства. Арина Чеботарева с юных лет осваивает сложную науку создания гобеленов. Здесь олимпийское спокойствие также один из залогов успеха. В среднем на каждый такой узор уходит не меньше месяца кропотливого труда. Мы сначала рисовали линии, потом смотрели, что из этого получается, красиво ли это. Потом вот красками разбирали. Кругозор творческих коллективов поражает. Всевозможные танцы, песни и театр теней. Кажется, что все происходящее на сцене – постановка бродвейского мюзикла, а артисты – профессиональные певцы и танцоры. Одним из наиболее ярких эпизодов концерта стала постановка танца на сюжет всеми любимой и известной советской комедии прошлых лет. За кулисами исполнительница одной из ролей Виктория – застенчивая и стеснительная девушка, в точности, как ее героиня. Сегодня мы показывали танец, основан на фильме «Приключения Шурика». В этом танце я играю роль Нины, а остальные танцоры в роли студентов, которые пытаются учить уроки.